выступать на сцене. Я работаю в модельных агентствах 10 лет. И когда узнала, что я жду малыша, решила принять участие в этом замечательном конкурсе будущих мам. И прямо не думала, сразу пошла, дала заявку, меня взяли, по срокам я подходила. Вот эти вот конкурсы красоты, ну, девушкам вселяет такую вот надежду, что на самом деле она все равно принцесса. И несмотря ни на что, даже если мужчины против этого, они на своих жен, на своих женщин любимых смотрят совершенно по-другому. Девушки все замечательные. Они уступают место у стилистов, они там какие-то украшения друг другу дают. Подсказывают, как ходить, как лучше приподнять платье. Друг другу приносят какие-то туфли, у кого не достает. Молодцы. Они работают как одна команда.